здравствуйте, друзья! Это место называется Лозанна Car Wash. Здесь вручную моют машины и внутри, и снаружи, там, как скажете. Вот вы видите нашего иммигранта Возика, который скоро отправится в Вашингтон, Д.С. И, ну, надо было привести его в порядок. Я пытался дома сам своими там силами, но у меня пылесосик такой есть, но он слабенький. А тут у людей мощные такие системы. И вот они сейчас его сделают хорошо и помоют. И я буду в порядке и чувствовать себя, что я молодец. Вот вы видите, ребята работают. Да, тут, конечно, чистенько получается, не то, что у меня. Да. Да, вот там листики забиваются, знаете. Хорошо, пусть работают. А тут вот люди, значит, денежку платят. Вообще здесь купончики раздают. Если вы когда-нибудь сюда попадете, то предварительно зайдите, возьмите купоны, а потом вам будет дешевле. Купоны, вот они прям тут лежат, видите? Вот. Я не знаю. Ну, давайте я возьму, сейчас посмотрим. Вот тут все это моется. Постоянно люди требуются, нелегалов много работает. Обычно это испаноязычный народ тут. Но я думаю, не обидит, если еще кто подойдет. Вот там люди, видите, впереди работают над машинками, а я тут, наверное, со своим иммигрантовозом следующий, так, судя по всему. Когда они закончат, начнут махать тряпкой, так крутить над головой. Надо прийти, забрать машинку, дать пару баксов. И вообще, вот так, такая механика. Стоит все это $28. Вот уже и до моего добрались. Там вот ребятки на нем работают. Тряпочками протирают, натирают, чтобы блестело. Чтобы не стыдно было в Вашингтон, Д.С. на таком... Значит, кататься. Видите, друзья, чистенько так протерли все. Очень мило. Мне существенно было, знаете, тут листья какие-то за большой период времени. На сиденьях, там, в карманах всяких, вот в этих вот местах, ну, более-менее хорошо. То есть я в целом доволен. Не идеально, вот скажем, вот туда им не залезть, да? Но в целом молодцом. Давайте глянем так со стороны. Ну, почти так, как бы, почти идеально. Я купил ее в 10-м, в самом начале 10-го года, где-то в январе, в феврале. А модель вообще... 2009-го. Этот коврик я потом отдельно приобрел. Он вообще у меня вот так лежал, вот этой стороной кверху. Ну, как бы защищал оригинальный этот материал. Но они как раз вот эту часть и не почистили, они его сверху почистили. Ну, ладно. Вот так, более-менее нормально. Я в целом доволен. Уже не стыдно отправлять в дальний край.